одну партию черных выиграл Гуляев, я помню, и еще, и в общем-то, даже не припомню, когда последний раз Аронян его выиграл. То есть было такое точно, но уже было давно. Ну, играет редко, но в принципе, я согласен, что это вообще в чем-то сдвигали, в том смысле, что он играет все-таки, так сказать, меньше турниров, чем... Ну, не чем он сам заслуживает, каждый, в общем, человек, наверное, получает, а заслуживает. Но чем безусловно, здесь. Да, но чем заслуживает его талант? То есть, вот из такого таланта, конечно, он, играя великолепно, практически не должен действительно опасаться никого и может играть с любым шахматистом совершенно на равных.